Добрый день, друзья! И сегодняшний наш прекрасный весенний день пополняет прекрасный видеообзор легендарного мотоцикла в своем классе. Это Yamaha FZX750. Да-да, друзья, это маленький Vimax, как его любят называть байкеры. Это прекрасный мотоцикл, в который заключен двигатель от спортбайка кубатуры 750 кубов и, конечно же, очертания дорожного мотоцикла. Маленький Vimax – это прекрасные очертания, черный цвет, хромированные декоративные щиточки, имитация воздушного фильтра и чарджера. Двигатель с наклоном 45 градусов будет позволять вам развивать огромные обороты. Большая корзина сцепления будет позволять вам резко устремляться ввысь. Хочу обратить внимание, что аналоговый спидометр и тахометр окрашен в белый цвет, что говорит о его спортивном характере, о его заряженном. Обратите внимание, что на баке установлена дополнительная фальш-панель, на которой мы видим температура и лампочки поворотников, нейтральной скорости и топлива. Ну что, друзья, у этого мотоцикла, помимо его прекрасного красивого вида, имеется квадратная фара, подвеска в прекрасном состоянии, пожалуйста, я проведу пальцем, вот, все сухо, ни царапин, ни раковин нету. Тормозные диски, конечно же, имеется немножечко реборды, но все в процессе допуска. Итак, лапочки, резиночки, все целое, шланчики. Мотоцикл не новый, имеется немножко окисление, ржавчинка. Пожалуйста, обратите внимание, что окисление уже пошло по хромам. Подвесочка целая, раковин нету. Большое колесо широкое с хорошим протектором. На крыле, пожалуйста, есть немножечко такая уже вмятина. Но мы не стали его выпрямлять, оставили для хозяина. Хороший багажник удобный, за который можно держаться и что-то погрузить на него. Это очень-очень удобно. Ну что, открой бензобак. Нас просят в последнее время показать бензобак. Пожалуйста, вставляем ключик, поворачиваем. Бензобак чистый, хоть и есть немножко окисления. Но мотоцикл все-таки не новый. Но все-таки в прекрасном состоянии. Итак, друзья, пройдем к более его, скажем так, другим приятным вещам. Это к его работе. Итак, включаем электроснабжение и производим запуск двигателя. Yamaha. Двигатель просто поет. Хочу заметить, что у данной версии мотоцикл, именно у этого мотоцикла, немножко секет коллектор. Ну, это буквально немножечко. Мы оставили так, потому что у нас наличия колечек не было. Не стали ничего колхозить, оставили так. Мотоцикл прекрасно заработал. Посмотрите, как он легко отзывается на обороты. Это настоящий спортбайк. Итак, общая подножка, хочу отметить, что у него есть, и мы можем крутить, что-то делать. Ой, какой он красивый. Очень удобный мотоцикл. Удобная посадка. Квадратные зеркала, квадратная фара.
Итак, друзья, не забываем досматривать наши ролики до конца. Заходите на наш сайт motolife.ru, регистрируйтесь, смотрите все ролики и покупайте мотоциклы только у нас. motolife.ru – сайт, который создан специально для вас, чтобы вы покупали мотоциклы для себя. motolife.ru